А в воскресенье всех любителей спорта ждут на кроссе нации. В Чувашии это масштабное мероприятие пройдет в 13-й раз. Ровно в полдень одновременный старт дадут во всех городах и районах Чувашии. Центральный забег состоится на набережной Чебоксарского залива. В этом году начальной точкой станет монумент матери-покровительницы. Маршрут такой – набережная, дамба, Красная площадь, пешеходный мост. Ожидается, что в столичном забеге примут участие не менее 15 тысяч человек. До 23 сентября регистрацию можно пройти на стадионе «Энергия». А в день забега в Чувашском драмтеатре до 11 утра. Победителей ждут традиционные награды, медали и памятные призы.